Здравствуйте, мои любимые телезрители! Я Екатерина Старосветская. Приветствую вас в очередном выпуске познавательной передачи «Культ Просвет». Как вы поживаете? Надеюсь, замечательно, ведь с приходом весны не только природа просыпается и обновляется, но и в жизни непременно происходят перемены к лучшему. Ну а пока вас радует солнышко, которое пробивается через окно, и первая зелень в парке, я тоже хочу порадовать вас очередной порцией интеллектуальной информации. А начнем с моей любимой рубрики «Не болтай», в которой я каждый раз провожу небольшие уроки на тему культуры речи. Интересно, какое слово я приготовила для вас в этот раз? А в этот раз в рубрике «Не болтай» я приготовила для вас слово, которое вы наверняка частенько употребляете в жизни. Особенно прекрасная половина человечества. Это туфля. Да-да, та самая изящная составляющая женского гардероба, которую мы с вами, милые дамы, носим по возможности чуть ли не каждый день, даже не задумываясь над правильным произношением. И мужской вариант повседневной обуви туфли наши дорогие мужчины тоже склоняют неправильно, как в том самом всеми любимом фильме с участием Георгия Вицина. Чей туфля? Мое. Спасибо. Итак, запомните, пожалуйста, в любой вариации, в любом числе и падеже, будь то туфли, туфлю, туфель, ударение падает на первый слог, букву «У». И никак иначе. Девушки, учтите это, когда соберетесь на шопинг за весенними обновками. Но на этом урок орфоэпии не заканчивается. Сейчас я разберу с вами различия в использовании многозначных глаголов «одеть» и «надеть». Здесь все, как и в жизни, на первый взгляд казалось бы сложно, а если разобраться, то очень просто и легко. Итак, «одеть» – кого, что? Облечь кого-либо в какую-либо одежду. Одеть ребенка, больного, раненого. А если брать, например, неодушевленный предмет, то одеть куклу, манекен. Надеть что? Натянуть, надвинуть одежду, обувь, чехол, покрывая, облекая кого что-нибудь. Надеть костюм, юбку, пальто, пиджак, башмаки, маску, ну или противогаз. И чтобы вам было проще запомнить, воспользуйтесь следующей запоминалкой. Одевают надежду, надевают одежду. Вот так все просто. А теперь в рубрике «Welcome to Russia» я хочу отправиться вместе с вами в Каринскую школу на литературно-музыкальный спектакль «История в лицах». Преподавательский состав этого учебного учреждения несколько раз в год проводит подобные тематические представления, но именно с историческим уклоном – впервые. 11 классных руководителей выбрали определенный временной промежуток в истории государства российского. И в своей заданной эпохе вместе со школьниками они окунулись в творчество и словно на машине времени отправились в головокружительные путешествия. Итак, добро пожаловать! Кто только не пытался захватить, поработить, уничтожить Россию. Но как птица Феникс, воскресала она из руины пепла, и только ярче сверкали ее золотые купола, и сильнее становился характер россиян. Говорить о России можно бесконечно. Давайте вспомним и оживим лишь некоторые яркие эпизоды ее истории, вспомним ее героев. Герой русской истории – князь Владимир Святой, князь Владимир – Красное Солнышко. При нем были значительно расширены и укреплены границы русского государства. В 988 году князь Владимир крестил Русь. Было начато каменное строительство монастырей и храмов. Широкое распространение получило грамотность. Киев замер. В одночасье злые взгляды древних стариков. В это утро светлое князь Владимир сокрушал языческих богов. С дружины всех язычников согнал он и в Днепр в студенную купель. Бесстрастно слушал бешенство проклятий. Господь благословил святую цель. Много раз
переживала Русь трудные дни. Но, пожалуй, самым тяжелым было время 300-летнего татаро-монгольского ига. Сколько жизней погублено, сколько слез пролито, сколько горя пережито. И какой светлой радостью была наша победа над ненавистным врагом на Куликовом поле. Московский князь Дмитрий Донской, снова начавший собирать русские земли в одно большое государство, дал надежду всему народу – скоро Русь будет свободна. Он княжил в бурную эпоху тяжелых и коварных дней, междоусобиц, суматохи, борьбы за власть среди князей. Стонала Русь от иноверцев под игом Золотой Орды. В слезах тонуло ее сердце, и дни уж были сочтены. Встал на защиту князь Московский и бросил клич другим князьям на бой священный, судьбоносный. Цепей ордынских сбросить сран. Он Сергием направлен в битву, владыкой духа на Руси, что вслед ему послал молитву, погибнув сам, спаси других». Земля от ужаса дрожала, рекой лилась людская кровь. О, Русь, судьба твоя сражалась за жизнь, свободу, за любовь. А теперь мы в веке 18-м. Сколько ни прошло бы времени, 18 век останется в нашей памяти одной из самых замечательных и ярких эпох. За несколько десятилетий века наша страна сумела занять достойное место в мировой истории и культуре. С гордостью пишет Александр Сергеевич Пушкин, что Россия вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и громе пушек. Николай Васильевич Гоголь сравнит Россию с тройкой коней, которая неудержимо несется вперед, обгоняя народы и государства. Петр I прорубил окно в Европу, туда ворвался ветер-ураган. Не знали нас, так знайте мир и вся Европа. Россия – человеческий вулкан. Добро пожаловать в эпоху Петра I, когда наша страна начала стремительно и неудержимо меняться. И началось все с изменения внешнего вида людей, их привычек и нравов. XVIII век в России – это век великих открытий, великих полководцев, великих ученых, великих художников. Какие имена? Александр Радищев, Денис фон Визин, Гавриил Державин, Александр Суворов, Федор Ушаков и Дмитрий Левицкий. Но ярчайшей звездой в этом сверкающем созвездии блистает Михаил Васильевич Ломоносов. Известен он по всей моей России. Крестьянский сын, прилежный ученик. Родился он у Беломорской сени. И на века в сердца людей проник. Географ, физик, химик и поэт. Увенчан славой доблестных побед. Оставит в сердце русский яркий след, который виден более 300 лет. Под конец выпуска «Культ Просвет» хочу зачитать вам стихотворение Александра Блока о весне. В такие солнечные и погожие деньки произведение о пробуждении природы будет как никогда кстати. О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе, мой привет! Заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтобы мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих прудов. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя. За мученье, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя. Любите и читайте нашу великую классику. Цветущей весны вам в душе. На посту культурного просвещения стояла я, Екатерина Старосветская. Всего вам доброго и следите за нашим эфиром.